Друзья, всем прекрасного доброго дня. Меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта FinTechStop, организатор профессиональных онлайн-событий. Друзья, сегодняшний вебинар мы посвятим теме управления оборотным капиталом, а вернее даже как эффективно управлять оборотным капиталом с помощью ERP-систем. И поможет нам в этом наш эксперт Сергей Смирнов. У Сергея огромный опыт и с точки зрения автоматизации, и с точки зрения управления оборотным капиталом различных компаний. Поэтому сегодня Сергей поделится, собственно, своим опытом по данному вопросу. А ваши вопросы, друзья, ждем в чате прямо под онлайн-трансляцией. Давайте сегодняшнее мероприятие сделаем максимально полезным для нас, для всех. Сергей, я рада передать вам слово тогда и перехожу в стан зрителей. Добрый день, да, добрый день, Василя, спасибо. Начинаем наш вебинар, посвященный оборотному капиталу. Тема для меня очень интересная по нескольким причинам. Во-первых, она мало продается в кавычках, да, среди консалтинговых компаний. То есть очень многие желают сделать постановку бюджетирования, там поставить управленческий учет, сделать автоматизацию. Но вот наладить эффективное управление оборотным капиталом желающих мало. А такая услуга была у Pricewaterhouse до тех пор, пока они не ушли там, в 2022 году с российского рынка. Потом KPMG пыталась эту практику сделать, но сейчас на российском рынке я не знаю, кто может эффективно помочь компаниям управлять оборотным капиталом. Непростая эта история. Почему непростая? Давайте обратимся к нашей презентации. Зачем вообще и когда необходимо управлять оборотным капиталом? Вот есть такие маркеры, которые показывают, что для компании это время уже наступило. Это сдавание складов с запасами, да, когда вы на складах либо комплектующих материалов, если это производственная компания, готовой продукции, либо на складах товаров, вы видите, что у вас есть избыточное накопление запасов. С другой стороны, несмотря на то, что часть позиций лежит в избытке, возникают срывы поставок. То есть если у вас не своевременно поступают материалы, не своевременно не поступают товары для торговых организаций, что может привести там, к остановке, допустим, производственного конвейера, то это тоже сигнал, что необходимо заняться оборотным капиталом. Если заказы покупателей в оговоренный срок исполняются далеко не всегда. Если возникают хронические кассовые разрывы, да, когда вы постоянно вынуждены затыкать дыры в своем платежном календаре, чтобы заплатить своевременно приобретение товаров или материалов. Ну и низкая эффективность управления расчетами, когда вы не можете отследить и потребовать своевременно оплаты покупателя, с другой стороны, вынуждены платить авансы поставщикам, не понимая, как можно сократить их размер. Что поможет вам добиться управления оборотным капиталом? Во-первых, снизить ошибки в заказах, поставщикам. Часто бывает, что заказали не то, что нужно, да, потом либо не в тот срок. И вот система, хорошо отлаженная система, она позволяет наладить поток заказов поставщикам с минимальным количеством ошибок. Имейте оптимальный размер запасов. Что это значит? Что у вас будет, с одной стороны, он не избыточный, да, чтобы не пух ваш оборотный капитал. С другой стороны, у вас будет возможность получать все запасы товаров либо комплектующих материалов в точный срок. Повышается уровень обслуживания покупателей заказов до 98-99%. И это не простые слова, то есть те, кто работает с торговыми сетями, особенно с сетями DIY, знают, что есть у них определенные требования к выполнению заказов. И вот там как раз такой уровень прописан, как раз по 98% стоит минимальный уровень обслуживания заказов из торговых сетей. Если вы в этот уровень не укладываетесь, вас ждут большие штрафы. Поэтому для компаний, которые работают с сетями, это особенно актуально.
Ну и, конечно, правильно поставлен оборотный капитал, сделает систему управления запасами, расчетами и деньгами прозрачной. Вот интересны два факта. Опять же, скажу спасибо PricewaterhouseCoopers. В 2021 году они, по-моему, посчитали, что примерно оценили, да, что вот неэффективное управление оборотным капиталом для России оценили в 1 триллион рублей. Это, собственно, стоимость постройки 4 крымских мостов. Поэтому это большие расходы на неэффективное управление капиталом в нашей стране, и не только в нашей стране. К сожалению, тема такая, ну или к счастью, да, тема распространена, что вот нужно уметь эффективно управлять оборотным капиталом. И второй факт интересный, что вообще-то 30% всех кредитов, выданных банками, расходуется на пополнение оборотных средств. То есть компания не в состоянии обойтись собственными ресурсами, обращается в банк, да, за финансированием. И вот треть всех кредитов, остальные идут там на приобретение там, оборудования, на какие-то инвестиционные проекты. Треть всех кредитов – это именно на оборотные средства. Я думаю, что половина из них можно было бы избежать, если бы компании научились эффективно управлять собственным оборотным капиталом. В чем особенность управления оборотным капиталом? Почему традиционное бюджетирование не решает эту задачу? Вот если мы подходим, если посмотрим на классический подход к бюджетированию, да, то как бы главный мотив или лейтмотив всей идеологии бюджетирования, то ложится в выданные лимиты. Однако, если мы посмотрим, какие бывают статьи расходов в бюджете, это статьи постоянных расходов, да, статьи переменных расходов и инвестиционные статьи, то к ним, ко всем можно применить различный подход. Когда мы говорим про постоянные расходы, да, то это в первую очередь мы используем бюджет доходов и расходов для контроля за ними. Если мы говорим про инвестиционные статьи, то здесь бюджет движения денежных средств является главным для контроля за этими статьями. А вот статьи переменных расходов, среди которых наиболее массовые, наиболее большие, да, самые массивные, это статьи на закупку торговой продукции и, или закупку материалов комплектующих для производственных компаний. Вот для этих статей наиболее эффективным средством управления является баланс. Именно бюджетный баланс и баланс как отчет финансовый, да, является самым эффективным средством управления, управления статьями оборотного капитала. Здесь под переменными расходами я имею в виду в первую очередь это расходы на приобретение товаров или комплектующих для торговых или производственных компаний. Вообще тема оборотного капитала именно для торговых и производственных компаний является самой важной. Для компаний, которые занимаются услугами, у них из всех статей оборотного капитала является самым массовым – это деньги и взаиморасчеты. А вот для торговых и производственных компаний обычно большую часть их оборотного капитала составляют запасы. Запасы сырья, материалов, готовой продукции, товарной продукции и другие. Вот если мы говорим про постоянные расходы, да, мы сказали, что там является главным бюджет движения денег или бюджет доходов и расходов, то для переменных расходов бюджет баланса является главным по тем строкам, которые образуют оборотный капитал. Что такое вообще оборотный капитал? Да, это вот такая незамысловатая схема движения денег, движение финансов по различным статьям цепочки добавленной стоимости. То есть как бы деньги начинаются и идут в расчеты с поставщиками, потом расчеты поставщиками переходят на склад комплектующих, незавершенное производство, потом склад готовой продукции, которая отгружается покупателям, и покупатели присылают деньги. Здесь как бы уже из денег получается деньги-штрих. И, соответственно, каждый такой оборот оборотного капитала дает определенный прирост денежных средств. То есть мы как бы запускаем в цикл, условно говоря, 100 рублей, а уже на выходе от покупателей получаем 120. Это и есть вот эффективность работы оборотного капитала. Если мы с вами посмотрим
на, как пример, да, оборотный фонд одной производственной компании, это там реальные данные, вот 165 миллионов рублей. Из чего они складываются? Давайте посмотрим, из каких статей складывается оборотный капитал. Комплектующие сборки. Здесь имеется в виду на складе. Такая аббревиатура BOM. BOM – это Bill of Material. Да, что здесь имеется в виду, что на складе только то, что входит в состав готовой продукции. То есть здесь не учитываются там, ваши концтовары, строительные материалы, только то, что по спецификации потом войдет в состав готовой продукции. 185 миллионов, потом на линии, это производственная линия, незавершенное производство лежит на 20 миллионов, итого 205 миллионов. Дальше продукция на складе, готовая продукция на складе имеется на 15 миллионов, и потом, видите, расчеты с поставщиками комплектующих. Здесь интересно, что есть и предоплаты задолженности, но молодцы, отдел снабжения, они добились больших отсрочек от поставщиков, аж 175 миллионов с минусом. Соответственно, эта цифра уменьшает оборотный капитал. И задача, вот, задача именно отдела снабжения, да, коммерческой дирекции такая, чтобы добиться максимальной кредиторской задолженности от поставщиков. Расчеты с покупателями, наоборот, здесь, ну не наоборот, но тоже идет отгрузка с отсрочкой платежа, к сожалению, здесь предоплат, да, здесь как бы подход, наоборот, для коммерческой службы, для отдела продаж, максимально покупателей перевести на предоплатную схему расчетов. Однако данные производственной компании, к сожалению, здесь это невозможно оказалось, все покупатели были только на отсрочке. И остаток на банковском счете BOM. Что такое банковский счет BOM? Это один из расчетных счетов компании, есть и другие в этой компании, но учитывается в расчете оборотного капитала только этот. Именно с этого счета происходит оплата всем поставщикам. И сюда же приходят деньги за реализацию готовой продукции. И видно, что в итоге оборотный капитал составляет 165 миллионов рублей, большая часть из которых – это запасы. Их 205 комплектующих и 15 продукций, итого 220 миллионов – это вот запасы. 107 миллионов – расчеты с покупателями и минус 163 – это расчеты с поставщиками. Хорошо, что расчеты с поставщиками почти, ну, довольно сильно перекрывают, видите, остатки на складе BOM, на складе комплектующих, вот 185 миллионов. Такая еще интересная таблица, она у вас будет, ну, она будет в составе презентации, вот рекомендую на ней, знаете, помедитировать, я бы сказал, да. Это попытка совместить бухгалтерский учет с движением оборотного капитала. Вот мы начнем как бы наше путешествие по оборотному капиталу с цифры миллион рублей, вот, которые лежат во время Т0 на расчетном счете. В следующее время Т1 мы формируем заказ поставщику, и на основании этого заказа к нам приходит материал. То есть мы делаем проводку, кредит 60-го счета, дебет 10-го счета и еще дебет 19-го счета, да, на сумму НДС. Здесь вот из НИАСИ НДС приведено еще 18%, да, я не переделал таблицу по новой ставке. Ну, от этого смысла не меняется. Дальше идет платеж с 51 на 60 счет. Дальше заказ на производство, который запускает движение в сторону незавершенного производства, да, вот здесь с 10 на 20 счет. Потом с 20 на 43 выпуск продукции, 43 на 62 реализация и поступление денег от покупателя. И что получается? Что у нас в начале нашего, как бы в начале нашего путешествия оборотный капитал был миллион рублей, потом в результате того, как этот круг замкнулся, получилось 1 050 000. Вот за один круг мы заработали 50 тысяч рублей. И здесь интересно, видите, есть внизу я нарисовал циклы, финансовый цикл. Это от платежа поставщику до получения оплаты покупателю. И операционный цикл, он начинается чуть раньше. Он начинается, когда приходят материалы, еще до оплаты поставщику. Теперь поговорим немного про статьи оборотного капитала, про эффективное управление.
Если мы говорим про самую ликвидную часть оборотного капитала, это деньги, то для цели управления ими мы применяем заявки на расходование денежных средств, мы применяем бюджетирование и закрепляем статьи бюджета за менеджерами, мы формируем платежный календарь, да, на основании заявок на расходование и на основании планируемых поступлений, используем сводные платежные распоряжения для каждой бюджетной линии. Я уже рассказывал, что это за документ, да, и зачем он нужен в казначейских операциях. И в итоге формируем план-фактный отчет о движении денежных средств. Вот пример здесь приведен. То есть в разрезе статьи бюджета есть данные бюджетные, есть данные фактические и отклонения. Ну, причем этот отчет, он практически типовой в ERP-конфигурациях 1С, то есть в 1С-ERP, в 1С-ОПП. И, соответственно, позволяет не просто выдать общие цифры, но расшифровать вплоть до каждого платежа. При необходимости, там, двумя щелчками мыши, да, вы получаете подробное описание, какие именно платежи прошли по этой статье бюджета. Если мы говорим про взаиморасчеты, взаиморасчеты, много существует вариантов управления взаиморасчетами. Это нормирование, да, когда мы определяем, какому контрагенту, какие условия платежа мы готовы предоставить. С другой стороны, есть такое понятие, как я часто его использую в производственных компаниях, это создание кредитного комитета. Да, прежде чем выдать поставщику, покупателю отсрочку, есть кредитный комитет, который принимает решение давать, не давать, давать какую сумму, на какой срок, там, под какие гарантии может быть. Соответственно, и более того, выделяется лимит. Допустим, вот что компания готова оборотным капиталом поделиться со своими покупателями в сумме, допустим, 100 миллионов рублей. Соответственно, в этой сумме и предоставляются кредитные лимиты. И это сумма, в которой работает кредитный комитет, да, и по заявкам менеджеров продаж, предоставляет там ту или иную сумму своим покупателям. Однако, конечно, взаиморасчеты нужно отслеживать. И вот приведу пример отчета. Он не типовой, доработанный в конфигурации 1С. В разрезе в виде всех покупателей отслеживается, сколько есть ли просрочка платежа и сколько осталось дней до поступления. Вот там, где цифры выделены красным, это значит, пошла просрочка платежа, и, соответственно, нужно, например, менеджерам по продажам, да, либо иногда это функция бухгалтерию, финансовую службу, нужно в кавычках вытрясать деньги с покупателя. Вот в данном случае я могу так прокомментировать. Вот первый отрицательный минус 13 дней, это значит прошла просрочка. То есть должны были заплатить 28 февраля, однако не заплатили, соответственно, отчет строился уже в марте, да, и нужно поставщику, покупателю, извиняюсь, напомнить о том, что пошла просрочка и нужно принимать какие-то меры. Дальше вот Максидом, компания довольно известная, это она больше представлена в Питере, в Москве у них немного магазинов. Это все их магазины, по каждому ведется раздельный учет, и там, где видно цифры минус 6, допустим, Максидом Богатырский, да, это шестидневная просрочка. Мы, ну, на такие вещи, допустим, закрывали глаза, потому что у них платежи раз в неделю, и, в принципе, как бы худший вариант может быть как раз минус 6 дней просрочка, когда вы не успели попасть там в предыдущий платежный день. Поэтому до 7 дней мы считали допустимой опоздание в оплатах. Если срок просрочки больше, значит, нужно срочно звонить в Максидом, в центральный офис, разбираться, что случилось. Чаще всего причина – это некорректное предоставление документов. Вот от нас, от поставщика, соответственно, у Максидома есть основания не платить деньги. Причем вас никто не уведомит заранее о том, что у вас плохие документы, мы переносим платеж на позже срок. Да? Нужно самим звонить и интересоваться. И вот еще интересная такая табличка и кружочек про запасы. Конечно, запасы в нашем примере мы видели, составляет большую часть оборотного капитала, поэтому нужно внимательно следить за их оборачиваемостью в том числе. И вот здесь приведен пример, как мы отслеживаем по
сроком оборачиваемости различные складские запасы. Здесь речь идет о запасах комплектующих материалов производственного предприятия. Вот посмотрим самые быстро оборачиваемые, это от 0 до 15 дней. То есть таких на складе позиций 24%, по количеству это 42%, а по сумме 57%. То есть больше 50% всех комплектующих материалов имеют очень хороший срок оборачиваемости, меньше 15 дней. И для данной производственной компании, я покажу дальше ее там параметры, мы увидим, что 85% всего складского остатка по стоимости, 57 плюс 11 плюс 17, это составляет оборачиваемость до 120 дней. То есть она для данной производственной компании является допустимой. А вот чтобы понять предел и границу этой допустимости, да, нужно сделать там определенные исследования вашего финансового и операционного цикла. Ну и видно, что вот там зеленый, синий, голубой, синий – это большие сроки оборачиваемости, но их по стоимости не так много, всего 15%. Конечно, это тоже повод задуматься, зачем они нужны, но бывает так, что на эти мелочевку закупают на длительный срок. То есть купил, не знаю, крепеж на год и не заморачиваешься с тем, чтобы там каждый месяц или каждый квартал закупать его, да. Это тоже может быть объяснением, почему возникают такие большие сроки оборачиваемости. Вообще, если мы говорим про оборачиваемость, да, есть три составляющих оборачиваемости в оборотном капитале. Это оборачиваемость запасов, оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности. И, собственно, финансовый цикл формируется путем сложения этих составляющих. Это краткий такой рассказ, да, о оборотном капитале в части производственной либо торговой компании. То есть мы рассмотрели с вами общие подходы к управлению оборотным капиталом. Мы посмотрели три самых важных статьи. Это деньги, взаиморасчеты, запасы. И вот немного в рамках отведенного времени, да, смогли поговорить об эффективности управления. А теперь я хочу показать, как управление оборотным капиталом и закупками, я добавлю сюда, может происходить в информационных системах ERP. Вообще ERP – это Enterprise Resource Planning, да, система управления ресурсами предприятий. Однако, если посмотреть историю, она выросла из других аббревиатур. Первая аббревиатура – это еще там, по 80-е годы прошлого века она была придумана, это Material Requirements Planning. Это система управления потребностями материалов. Она применялась и применяется в производственных компаниях в первую очередь, является вот, ну, до сих пор самой популярной в мире логистической концепцией. И она лежит в основе работы многих информационных систем. Что это за технология, зачем она нужна и финансовому директору, и вообще управляющему. Технология позволяет поддерживать, с одной стороны, минимальный, то есть не пухлый, да, такой поджарый, но с другой стороны, достаточный размер запасов, и комплектующие будут поступать к вам на конвейер, если мы говорим про производственную компанию, либо будут поступать к вам на склады прямо точно в срок перед отгрузкой. И что маловажно, что значит достаточный размер запасов, это исключает возможность остановки производства из-за непоступивших вовремя комплектующих. Может случиться так, да, что из-за какой-то небольшой там, гайки, допустим, может стать производство, потому что ее нет в наличии, и там, быстро аналог ее не добыть. Ну и эта же технология позволяет как бы сделать, усушить оборотный капитал и высвободившиеся деньги, соответственно, пустить на развитие предприятия. Что еще система делает? Она, как мы говорили уже, да, делает прозрачную систему управления, сокращает время на размещение заказов поставщикам и предотвращает ошибки заказа. Что мы делаем, когда я говорю о том, как методологию МРП внедрить в
информационные системы для эффективного управления оборотным капиталом и закупками. Во-первых, формирование заказов поставщикам происходит одной кнопкой. Надо сказать, что ERP-системы, вот самые распространенные у нас в России, это 1С УПП, 1С ERP, они имеют довольно неплохой функционал и хранилище данных для того, чтобы делать вовремя и объективно необходимые расчеты. Однако там, знаете, на 80% они задачу решают. Однако остается 20%, которые приходится доделывать в этих системах, чтобы все происходило вот одной кнопкой, да, и чтобы не нужно было перебирать последовательно одну операцию выполнил, вторую выполнил, третью выполнил, и так каждый раз, потому что этот процесс для производственных компаний, допустим, вот у меня была производственная компания в Санкт-Петербурге, она поставляла сантехнические аксессуары на экспорт, Максидом в том числе, ну не в том числе, а Максидом еще, в Леруа Мерлен, в другие торговые сети, и там один человек занимался всеми операциями, связанными с оборотным капиталом. Он размещал заказы поставщику, он формировал заявки на расход денег, которые потом бухгалтер оплачивал, да, он выдавал задания на производство, на основании задания на производство он закрывал отчеты производства и осуществлял отгрузку продукции. И все это один человек. Да, компания не крупная, но довольно требовательная к срокам, потому что были покупатели, Леруа Мерлен и Максидом, которые за любые провинности нещадно штрафовали. И настолько был высокий в системе, да, очень многие операции действительно делались одной кнопкой. И хочу сказать, что это не кардинальная перестройка системы, это небольшие доработки, которые там укладываются, ну, там 20%. Но они существенно позволяют экономить и время, и снижать трудоемкость процессов управления. Это такой же примерно лайфхак, как когда я рассказывал про сводные платежные распоряжения в казначействе, да, так и вот этот механизм доработки системы, он существенно повышает эффективность работы. Как это механизм работает? Да? Мы используем только типовые документы 1С УПП, 1С ERP. Это планы продаж, либо планы производства, это открытые заказы, это спецификации изготовления готовой продукции и открытые заказы поставщикам. Также мы подтягиваем данные с регистров, остатки комплектующих, срок поставки, страховой запас. К сожалению, вот страховой запас в днях такого поля нет ни в 1С УПП, ни в 1С ERP. Но его несложно добавить, да, абсолютно это не будет являться изменением конфигурации, и, соответственно, это не влияет на обновление системы, не ухудшит его. Но это возможно сделать. Да, первичные закупки в месяцах, минимальная партия, кратность партии. И на выходе из этой процедуры это заказ поставщику. Это тоже типовой документ 1С. Вопрос в том, что мы взяли и писали алгоритм, который использует все имеющиеся в 1С ресурсы, чтобы сформировать заказ поставщику. Как это происходит? То есть система формирует список заказов, и более того, то, чего нет в 1С, она не просто выдает список заказов, то есть человек приходит в работу, как это выглядит, запускает процедуру, и система там условно сообщает. Сегодня рекомендую сделать 17 таких-то заказов поставщика. Прошу подтвердить. Человек подтверждает, и система автоматически рассылает заказы всем поставщикам. Работает изумительно. Конечно, для этого нужна определенная точность данных. Нужно, чтобы спецификации были точны, чтобы были планы производства, планы продаж, чтобы остатки на складах соответствовали действительности, а не в разы отличались от фактических, да, в системе. И система же не просто выдает, не просто работает как черный ящик. Она говорит, она объясняет, почему она приняла такие решения, как отработал алгоритм, чтобы выдать именно такие заказы поставщикам. Вот здесь приведен пример, вот не окончательный, это промежуточный такой отчет. Смотрите, как он работает. Система – это пример формирования заказа поставщику, поставщик колди, номенклатура, ручка с двумя винтами, либо белый, либо металлик. Видно остаток на складах, видно, что в заказах поставщикам, и что еще идет через открытые заказы, которые находятся в пути.
сколько заказов на производство, сколько и того свободный остаток. Дальше пошли так называемые модификаторы запаса, заказа. Страховой запас в днях, 14 дней. Что это значит? Это значит, что мы страхуемся и заказываем на 14 дней больше, как бы на 14 дней у нас пролеживание запаса будет больше, но этим мы страхуемся от просрочки поставки или от браков поставки. Есть разные механизмы расчета этого страхового запаса, то есть это так отдельный разговор, отдельная тема, и она очень важная тема, потому что если вы сделаете страховой запас очень большой, у вас будет огромный оборотный капитал, соответственно, вам нужно будет деньги на финансирование, это снижает рентабельность. Если поставите слишком маленький или не поставите вообще, то любой сбой в поставках приведет к остановке конвейера, да, к остановке производства. Поэтому здесь нужно найти разумный компромисс. В данном случае страховой запас совпадает со сроком поставки 14 дней. Есть план продаж, да, готовой продукции, не ручек с винта, а именно готовую продукцию, в которой эти ручки входят по спецификации. Есть там, так называемый, расчет с точки заказа. Есть период закупки, один месяц. Что это значит? Это значит, что у нас эти комплектующие закупаются раз в месяц. Допустим, крепеж мы закупаем вообще раз в полгода или раз в год, чтобы не дергаться там, по 30 штук каких-то гаечек заказывать. Купил там 5 коробок, положил на склад, они лежат и постепенно расходятся. А вот дорогие комплектующие, вот, ну, ручки к ним тоже относятся, они закупаются раз в месяц. И потребность. Здесь еще не округленная потребность, там даже с десятыми долями. Дальше, потому что процедура одинакова для всех, да, для, как для штучных товаров, так и для там, метровых товаров, которые в долях измеряются. Поэтому в данном случае вот, на заказ поставщику пойдет цифра 343 белой ручки, 1959 металлические. Дальше система их округлит до целых значений, потом до кратности партии, потому что, допустим, коробки там по 1000 штук у этого поставщика, и он не отпускает россыпью, только по 1000 штук. Да, есть понятие еще минимальных партий. Вот все эти данные потом будут учтены, чтобы система выдала заказы поставщикам. Следующая важная часть управления заказами, закупками на базе алгоритма MRP, это соблюдение контрагентами сроков поставки. То есть мы строим такой отчет из системы и смотрим, там, в какой день, какие номенклатуры, от каких поставщиков должны прийти. Такой это называемый товарный календарь. Это отчет близко адаптированный к типам 1С отчетам. Все такое несложно настраивается, и видно вот по дням, какие дни ожидается какой приход. Это позволяет, с одной стороны, заказать транспорт, если вы доставляете комплектующие за свой счет своими силами, да, либо, соответственно, приготовить склад к приему материалов. Потом мы делаем такие еще, знаете, отчеты операционные, что произошло за неделю. Вообще, если говорить про такт, да, управление оборотным капиталом, конечно, это зависит от сложности компании, от величины оборотного капитала. Но вот если мы говорим про среднюю компанию там, с оборотами в миллионы, там, или, там, может быть, 1-2 миллиарда, не больше. Да. Если мы говорим про компании, в которой там, сотни, а не десятки тысяч заказов покупателей и заказов поставщикам, то, в принципе, недельный цикл управления оборотным капиталом нормально. То есть раз в неделю мы строим отчеты и снимаем, помните, показывал пример, там был 156, по-моему, миллионов, снимаем размер оборотного капитала и следим за ним еженедельно, как он отклонился, увеличился, уменьшился, и находим причины, почему это произошло. Дальше еженедельно мы формируем вот такие вот отчеты. Мы видим, что, допустим, за 48-ю неделю 2017 года начало недели было открытых заказов поставщикам 17 заказов на 18 миллионов рублей, сформировано, новых заказов не было, поступили материалы по одному заказу на 2 миллиона рублей, итого осталось на конец недели 16 заказов на 16 миллионов рублей. Такая, по сути, оборотно-сальдовая ведомость, но не по бухгалтерским счетам, а по заказам поставщикам. И она так формируется каждую неделю, то есть потом будет 49-я неделя, 50-я неделя. Вот такие отчеты получаются. Это отчет не типовой,
да, к сожалению, системе. Но опять же, повторюсь, несложно такой отчет настроить в информационной системе. Не нужно бояться менять отчетами, добавлять отчеты в вашу систему. Они в разы повышают эффективность использования системы. Они стоят недорого, чаще всего, да, и не являются препятствием к своевременному обновлению. Это вот как раз то, такой зеленый светофор, который не нужно бояться использовать при внедрении информационной системы. Еще хочу сказать про недельный цикл. К этому же недельному циклу привязаны размещение заказов поставщикам. Допустим, в данной компании, да, которую вот я говорил про технические аксессуары, все размещение заказов поставщикам происходило по понедельникам. То есть раз в неделю менеджер, который, как мы помним, был в единственном числе, да, он садился к информационной системе, система рекомендовала ему, какие заказы нужно сформировать, и эти заказы после утверждения финансовым директором, он же управляющий, они направлялись к поставщикам. И вот здесь хочу сказать такую важную вещь. Если финансовый директор хочет управлять оборотным капиталом, то ему крайне недостаточно ловить расходы на этапе там, платежного календаря, на этапе заявок на расход. Это слишком поздно. Потому что за ваш сотрудник отдела снабжения, допустим, сформировал заказ поставщику, даже получил товар уже, его уже пустили в производство, и только потом до вас заявка на расход доходит на утверждение. И шансов не утвердить у вас ее нет, потому что мало того, что заказ поступил, так он же потреблен. Поэтому все, что вы можете сделать, это там, ну, ничего не можете сделать. Даже если это вне бюджета, да, превышает ваш бюджет, то вы вынуждены такой заказ оплатить и такую заявку оплатить. И, ну, по сути, если мы говорим про производственную торговую компанию, то таких расходов до 80%. Если мы говорим про финансового директора, допустим, производственной компании, то если он не управляет оборотным капиталом, а только деньгами, то он управляет всего лишь там, 20% расходов. Потому что остальные, это там зарплата, аренда. Остальные 80% поток такой, знаете, как паводок, да, весной на реках, это поток таких платежей за комплектующие, за материалы. Или для торговой компании, за торговую продукцию. И он ими управлять может только в момент формирования заказа поставщика. И вот именно для этого еще отчет такой предназначен, чтобы и финансовый директор, а не только менеджер по снабжению, мог участвовать в принятии решения, заказывать, не заказывать. Предположим, вот какие могут быть варианты, да? Предположим, в компании там возник сезонный провал в продажах, однако заранее закупать комплектующие надо на следующий сезон, и финансовый директор вынужден принимать решение о закупках или участвовать в принятии решения о закупках вместе с менеджером. И что происходит? Он понимает, что у него резерв денег сузился, да, который может оплачивать, предположим, каким-то причинам банковских или кредит уже израсходованы, да, те, что банк выдал или банк не выдает кредиты по финансовым показателям, тогда нужно обходиться своими деньгами. И вот в таком случае финансовый директор что может сделать? Он может сказать, давайте будем закупать, например, не раз в месяц или там не раз в год, а два раза чаще. Соответственно, у вас это позволит снизить размер потребности оборотного капитала. Это, допустим, можно пойти на риск, предположим, снизить страховой запас. Давайте поставим, как он скажет, под мою ответственность не 14 дней, а 5 дней. Соответственно, это снизит опять потребность в закупках и, соответственно, потребность в деньгах. Вот на каком языке финансовый директор может, должен управлять оборотным капиталом. Не на уровне плачу, не плачу, когда уже товар пришел или материал пришел, уже там потреблен, что-то не продан, и только нужно оплачивать счет. Но это такая глуповатое управление оборотным капиталом. Да? Управлять нужно. Оборотный капитал стартует в момент формирования заказа поставщику. Соответственно, именно в этот момент и нужно участие финансового директора, руководителя финансового, казначея, бюджетного контролера вместе с менеджером по закупкам принимать решение о заказах поставщика. Опять же повторюсь, это критически важно для производственных торговых компаний. Компании, которые занимаются услугами и
через заказы поставщика заказывать свои констовары, это несущественные расходы, и там, может быть, финансовому директору делать нечего. Потому что там, по сравнению с остальными расходами компании услуговой, а у них чаще всего самый большой расход – это расход на зарплату, то там расход на констовары несущественный. И там можно не влезать в эти детали. Но если вы торговая производственная компания, вы вынуждены, как финансовый директор, участвовать в формировании заказов поставщикам, участвовать таким образом в закупках. Соответственно, с другой стороны, вы не можете уделять этому очень много времени, у вас есть другие задачи. Поэтому система должна быть интуитивно понятной. Там в ней должны быть такие отчеты, чтобы одного взгляда на них могли понять, заказывать, не заказывать, либо принимать какие-то управленческие решения по снижению потребностей в закупках. И хотел сказать, ну, кратко рассказать, как можно поставить эффективное управление оборотным капиталом. Вот если я говорю сейчас про свою консалтинговую компанию Digital CFO, то мы делаем это в два этапа. Первый этап – это оптимизация и автоматизация. Когда мы настраиваем, по сути, настраиваем ваш инструмент, настраиваем ваш рояль, да, вашу информационную систему и организационную систему, систему бизнес-процесса так, чтобы он звучал в соответствии там, с нотами по камертону. Ради этого мы выстраиваем ваши справочники, справочники контрагента, справочники регулатуры таким образом, чтобы с системы легко было снимать отчетность по оборотному капиталу. Настраиваем сами отчеты по фактическому оборотному фонду, рассчитываем нормативный оборотный фонд. Что это такое? Когда вы считаете оборотный фонд фактический, говорите, у меня 156 миллионов, а это вообще хорошо, это плохо или плохо, это много или мало? И вот нужно понимать норматив. Так вот, когда вы, допустим, работаете с бюджетированием, у вас есть бюджет, определенный лимит, вы знаете, что зарплату вам за год положено потратить 120 миллионов, потратили меньше, молодцы, да, потратили больше, ну, перерасход, не очень хорошо. Тут такой же самый норматив есть в оборотном фонде, но он остатковый, а не оборотный. Да? Не... То есть вы говорите о том, что вообще-то ваш оборотный фонд должен быть, допустим, 250 миллионов рублей. Есть определенные процедуры, как этот нормативный оборотный фонд рассчитать. Он зависит от сроков вашей отсрочки, от оборачиваемости запасов, там, от других правил, но это все рассчитывается. Соответственно, когда вы сравниваете с фактическим, говорите, должно быть 250, у меня 180, 100, отлично, я молодец. Значит, я иду как бы с меньшей высотой, да, волны, чем нужно. Это хорошо. Если он, наоборот, избыточный, вы должны понимать, что это, вы заморозили деньги. Надо найти причину этого. Дальше мы, когда говорим про оптимизацию, автоматизацию, то вот эту обработку, которую я показывал, да, которая вот считает, собственно, заказы поставщикам, она адаптируется для каждой конкретной компании. Обучаем менеджеров, заносим модификаторы заказов в карточки номенклатуры, заполняем там регистры, заносим план продаж, настраиваем отчеты, товарный календарь, составляем регламент, да, как это описываем, как это будет делать. И в части денежных средств настраиваем справочники контрагентов, договоров, справочник статьи движения денежных средств, если их еще нету, да. Зачем там менеджер-распорядитель бюджета? Настраиваем план-фактную отчетность. И уже вторым этапом идет повышение эффективности. То есть, когда у вас оборотный капитал управляем, когда он зашит в информационную систему, и когда эффективное управление им тоже является частью вашей информационной системы, тогда мы переходим ко второму этапу и пытаемся уменьшить ваш оборотный капитал, сделать его более поджаром и оттуда высвободить лишние деньги. Соответственно, если мы говорим про управление деньгами, это более точно учимся прогнозировать денежные потоки. Мы должны сократить расходы на покрытие кассовых разрывов. То есть, когда вы, допустим, видите, что у вас возникает кассовый разрыв, то есть, там, не знаю, 25 апреля у вас не хватает денег на счете, чтобы заплатить все платежи. Не хватает поступлений плановых. Соответственно, у вас есть довольно много вариантов, как эту ситуацию расширить. Самый простой из них – но самый дорогой – пойти в банк, да, и взять кредит на определенный срок, чтобы закрыть
эту дырку в кавычках, либо там обратиться уже к овердрафту, либо использовать кредитный лимит, вам выделенный, либо пойти в факторинговую компанию, если у вас есть договора с факторингом. Варианты более дешевые обычно – это просить за скидку в следующей поставке покупателя прислать раньше деньги, либо поставщика просить об дополнительной отсрочке в обмен на гарантийное письмо. Здесь большое количество вариантов, все они прорабатываются, чтобы сократить расходы на покрытие кассовых разрывов. Если мы говорим про повышение эффективности расчета с поставщиками, тогда мы учимся использовать стандартные договора поставки на поставщикам, там, где это, конечно, возможно. Потому что бывают такие поставщики, да, что они используют свои типовые договора, и все, что можно сделать, с ним составить протокол разногласий. Вот такой протокол разногласий является важным часто в ситуации управления оборотным капиталом. Мы разрабатываем политику закупок, да, и определяем, где мы можем платить авансы по ставкам, где не можем категорически. И это тоже важно, потому что чем больше авансов поставщикам, тем больше оборотный капитал. Наша задача, наоборот, его снизить. Внедряем систему контроля над исполнением поставщиками своих обязательств. Дальше централизуем закупочную деятельность. Для кого это применимо? Это, допустим, может быть для холдингов, да, когда не каждая компания закупает для себя, а есть централизованные подразделения, которые занимаются закупками для всего холдинга. Если мы говорим про расчеты с покупателями, то это выработка типовых требований к клиентам, типовых коммерческих условий. И это важно, особенно когда мы устанавливаем кредитные лимиты и даем отсрочку платежа покупателям. Выстраиваем систему внутренней оценки благонадежности контрагентов, настраиваем механизмы, как следить за тем, чтобы деньги покупателей поступали своевременно. Сам простой путь, не поверите, слать на смс-ку казначею или вашему менеджеру покупателя, что не забудьте, сегодня у вас оплата 15 миллионов рублей по такому-то счету. Это вроде мелочь какая-то, да, но это, поверьте, такая смешная мелочь в разы может поднять собираемость платежей. Здесь мы, хочу использовать такое слово, возимся с просроченной дебиторской задолженностью, понимаем, что с ней делать, можно ли ее использовать или надо, ну, как бы забыть про нее в кавычках за счет резервов, да. Разрабатываем системы KPI, которые позволят повысить собираемость выручки KPI для отдела продаж, если он занимается, касается денежных средств. Соответственно, у него должен быть такой KPI, который позволит эти денежные средства своевременно инкассировать. Про запасы, да, в чем может заключаться эффективное управление запасами, это установление страховых запасов. То есть, когда мы определяем, вот, допустим, в днях, сколько, какой размер своего запаса. Здесь тоже есть разные подходы. Первый подход, мы берем и смотрим максимальную просрочку данного поставщика. И говорим, что вообще-то вот за всю историю работы с ним данный поставщик максимальный срок просрочки был 17 календарных дней. Вот закладываем это как страховой запас. С другой стороны, сюда можно заложить столько дней, сколько потребуется для альтернативной поставки. Когда мы понимаем, что поставщик не справляется, и нужно срочно перезаказать в другом месте, соответственно, вот такой срок может быть указан. Но обычно это каждый раз вот такой разговор и определение. Нету единого правила, да, как установить страховой запас. Каждый раз это вот набор рекомендаций. Дальше мы здесь внедряем, уже запуская вместе с компанией первые циклы использования обработки расчет потребностей для МРП. Оцениваем уровень исполнения заказов. Да, проводим плавающую инвентаризацию. Что это такое? Чтобы система МРП работала квалифицированно, считается, что точность данных должна быть не меньше 95%. Под понятие точность данных подпадает соответствие спецификаций нормативных фактическим, да, соответствие остатков на складе фактических учетных. И вот хотя бы, чтобы последний показатель был хорошим, чтобы ваши были уверены, что остатки на складе соответствуют фактическим и в системе, да, мы, допустим, часто делаем плавающую инвентаризацию. Что это такое? Обычно в компаниях инвентаризация проводится там, по требованию бухучета раз в год, когда там все закрывается, все замирает,
все ходят считать запасы, товарную продукцию, никому нельзя пристать, все, вот, все заняты делом, как, знаете, в служебном романе. Да? И чтобы такого не было, нужно разбить просто инвентаризацию на несколько таких событий в течение года. Я обычно делаю инвентаризацию запасов в момент заказа, чтобы убедиться, что я заказываю правильно. То есть вот заказываешь сегодня ручки, да, о которых мы говорили, вот иди и посчитай их, не поленись. Хотя бы с точностью до коробок, да, там поштучно. У вас там 15 коробок лежит, плюс одна вскрытая. В каждой коробке 500 штук, итого там, как получается, 7500 штук. В системе 7600 примерно сходится. Хотя бы на таком уровне не нужно до штуки сверять, но хотя бы обеспечить точность 95% нужно. И вот этому помогают такие плавающие инвентаризации. И, конечно, несколько раз это было написано, хочу об этом особо сказать. Выстраивание коммуникации. Нужно налаживать коммуникации между финансовой службой и продажами, потому что финансовая служба должна следить за сверением касаться денежных средств. Закупками, потому что финансовая служба должна участвовать в процессе закупок и помогать принимать решения, сколько купить, потому что финансовая служба потом платить за эти покупки. Со складами, да, потому что нужно понимать оценку склада, нужно делать плавающие инвентаризации совместно со складом, то есть как бы заставлять склад проводить такие инвентаризации. Поэтому это важная составляющая, что если вы вступаете в период эффективного управления оборотным капиталом, это не просто информационные технологии, это еще организационные технологии, когда финансовая служба становится таким мостиком, ну или хотите, центром управления оборотным капиталом. И ради этого она вынуждена налаживать связи со всеми смежниками, со всеми, кто участвует в движении оборотного капитала. Закупки, продажи, склады, производство. Все, кто участвует, со всеми финансовой службой должна наладить регулярные связи, да, регламентировать свою работу, составить там регламент закупок, потому что в нем участвуют не только сотрудники закупок, но и сотрудники финансовой службы и сотрудники склада. Такая регламентация деятельности тоже важна, и она тоже является частью работ по повышению эффективности управления оборотным капиталом. Друзья, хочу сказать, что интересная наша встреча, крайне мой доклад в части оборотного капитала завершен. Он, конечно, очень короткий. То есть, кому нужны потребности про оборотный капитал, не поленитесь, зайдите на сайт digitalcfo.ru в разрезе, он называется, «Услуги», выберите раздел «Управление оборотным капиталом», там написано чуть побольше, да, там более, ну, может, приведены интересные и картинки, и описания. Более развернуто дано, вот, кому эта тема интересна. Тема действительно интересна. Интересна тем, что мало кто уделяет внимание. То есть вот бюджетирование, знаете, там каждый второй с радостью доложит, что у него в компании работает. А вот то, что эффективно управляется оборотный капитал, к сожалению, ну, в лучшем случае один из 10 человек сможет по-честному так доложить. Поэтому это вот такая... И это не только в России. Да, вот я опять же повторюсь, по оценкам Pricewaterhouse, такая ситуация в Европе, в Штатах, что люди, к сожалению, не уделяет должное внимание. Но обращу ваше внимание, что если мы говорим, допустим, про американскую систему управления оборотным капиталом, она немного проще. Почему? Там практически нет авансов. Там все построено на отсрочках. Да. Там, конечно, есть как играть. Там есть понятие скидка за досрочную оплату. Да, у нас оно редко применяется в нашей практике. Но, с другой стороны, там нет сумасшедших таких предоплат, как это часто требуют от нас наши, допустим, поставщики алюминия для производственной компании, им там нужно 2 месяца сделать предоплату по минимум 60-80% от стоимости заказа. Иначе они этот заказ даже в рассмотрение не возьмут. То есть там такая история непростая в России. Поэтому для России особенно важно эффективно управлять оборотным капиталом. Друзья, спасибо большое. Если есть вопросы, давайте их обсудим. Да, Сергей, спасибо огромное. Действительно, тема оборотного капитала, мне кажется, одна вот таких краеугольных камней, наверное, в работе финансового директора. У нас есть вопросики. Друзья, если у вас есть еще вопросы, у вас есть возможность их сейчас написать, пока мы отвечаем на те вопросы, которые были заданы до. Поэтому
Давайте начнем. Екатерина спрашивает. Добрый день, Екатерина. Сергей, вы думаете, что преемники PwC и прочих компаний Большой Четверки не могут продолжить оказывать услуги на том же уровне, что ранее? Это Я не знаю, говорит. могут или нет, но не оказывают. То есть с уходом PwC эта услуга у них пропала из списка. По крайней мере, раньше я знал людей, которые этим занимаются, и общался с ними. Вот сейчас я таких людей там не знаю. Если вы скажете мне, что такая услуга у них осталась, я буду приятно удивлен. Я у них не нашел в их буклетах такой услуги. Сергей, вот Егор еще интересуется. Егор, добрый день. Почему вы думаете такой низкий уровень управления обороткой? Это связано с уровнем образования? Во-первых, это сложно. Это, наверное, одна из самых сложных тем вообще финансового управления в компании. Вы видите, насколько она разносторонняя, да, и управление закупками тут тоже подвязывается, технологии MRP. Гораздо проще управлять бюджетом. Назначил лимит и следишь план фактной отчетности и исполнения бюджета. Очень простая, понятная тема. Бюджетирование, ой, оборотный капитал сложнее. Да. Вот первая причина, почему не так часто у людей эффективно поставлено управление оборотным капиталом, потому что довольно сложно. И если вы делаете это первый раз без консультантов, это сложно вдвойне, потому что нормальной литературы по оборотному капиталу тоже в России нет. Есть там одна-две книжки, непереводные, да, составленных, но, к сожалению, тоже не дают 100% ответов на все вопросы. Поэтому вот первая причина, что это не просто. А вторая причина, это не очевидно, эффективность. Допустим, когда вы делаете бюджетирование и заложили, например, на выплаты персоналу там, 100 миллионов рублей в год, потратили 80. О, вы молодец, вы 20 миллионов сэкономили. Очевидно, что вы, может, даже палец о палец не ударили, так случилось, да, но вы 20 миллионов сэкономили. А когда вы говорите про оборотный капитал, здесь часто показателем является величина оборотного капитала. Допустим, был 300 миллионов, стал 250. Ну и на 50, это же не расход, да, это оборотный капитал, это нужно еще понять, как бы эффективность, как бы что случилось, что эти 50 миллионов были высвобождены из оборотного капитала. То есть здесь нет такой однозначной нет оценки. Вот, наверное, два этих фактора. Первое – сложность, второе – неоднозначность оценки. Но эта технология, она не только позволяет, не только управляет рублем, деньгами, она управляет и компанией. То есть, если построено эффективное управление оборотным капиталом, оно скажется на всей компании. Не только на финансовой службе, скажется на закупках, на продажах, на складах, на производстве. Это единое такое, ну, единая система, да, которая вот так пронизывает весь организм. Причем, повторюсь, для, удивительно, что для производственной торговой компании управлять оборотным капиталом намного более важно, чем просто строить бюджеты. Потому что бюджеты без оборотного капитала, они для торгово-производственной компании работают только в части постоянных расходов. Зарплата, аренда, а вот управлять бюджетами с помощью бюджетирования, расходами на, допустим, оплату комплектующих невозможно. Если спросите меня, почему, объясню отдельно, да, но невозможно. Только вот система управления оборотным капиталом позволяет управлять расходами на приобретение комплектующих. Сергей, у нас следующий вопрос. Анастасия спрашивает, для проведения такого объема работ, с кем в компании, с кем именно в компании вам потребуется поработать, и сколько времени занимает в среднем внедрение такого проекта? Ну, конечно, как привык говорить, консультант зависит от компании, да, но если говорить в среднем, то с кем? Первый вопрос, с кем? Это, конечно, финансовая служба, это руководитель закупок, руководитель продаж, руководитель склада, руководитель производства, вот, если это для производственной компании. Для торговой, соответственно, ну, вычеркиваем производственное подразделение, закупки, продажи, склад. Как бы вся цепочка добавленной стоимости, от закупок до продаж. Это вот те, с кем нужно говорить в первую очередь, вот и кого нужно перестраивать в первую очередь. По времени, но ну, я бы сказал, что это если там средняя компания, опять же, производство это сложнее, чем торговля. Если говорить там про средний срок торговой компании, это от 3 месяцев, производство, наверное, от 4-5. Вот такие могут быть сроки. И у нас далее несколько вопросов от Алексея. Алексей, добрый день.
Вы в презентации указали про учет сезонности, но как-то упустили в рассказе. Можете рассказать? Сезонность, ну, в данной технологии, она учитывается планами продаж. То есть вы просто задаете в систему, то есть система потребляет определенные данные, чтобы выдать заказы поставщикам. И среди этих данных планы продаж, ну, или планы производства для разных там компаний по-разному, да. И именно в планах продаж появляется сезонность. Вы просто закладываете эту сезонность в планы продаж. И, к счастью, даже система 1С и УПП, и тем более ERP, умеют эту сезонность растягивать по месяцам года. Допустим, если вы скажете им коэффициенты, они, я бы сказал, с радостью рассчитают вам планы продаж за конкретный месяц с учетом коэффициентов сезонности. Это, ну, это не является каким-то ноу-хау, это довольно, ну, простая реализация, и она уже существует в системах 1С. То есть ответ такой, что сезонность, если мы говорим и можем задать коэффициенты, то это автоматически считается, допустим, в 1С ERP, и дальше уже рассчитаны эти планы продаж с учетом сезонности, они поступают на вход в MRP-систему. А далее вопрос. А зачем заводится банковский счет BOM? Это, видимо, Bill of Да. Material. Смотрите, вот как я расскажу, ну, в одной компании всего я добился такого идеального управления оборотным капиталом, но давайте расскажу, как идеально бы строился, в моем понимании, работа с банковскими счетами при управлении оборотным капиталом. Смотрите, у вас есть счет отдельный, на который вы, предположим, ваша компания только начинает деятельность. Вы посчитали, что вам нужно для старта компании иметь там 500 миллионов оборотного капитала. Вы эти деньги переводите на этот счет отдельный и с него платите только за комплектующие. Никакой зарплаты, никакой аренды, никаких констоваров, только за приобретение комплектующей. И на этот же счет поступают деньги от продажи готовой продукции. И как выглядит идеальная схема? Вы 500 миллионов запустили, они пошли тратиться, купились комплектующие, потом они пришли на склад, потом из них сделали продукцию, она продалась покупателю, и там через месяц у вас из 500 миллионов стало 520, допустим, или 550. То есть у вас прирос капитал, да, оборотный. Ну, собственно, в этом заключается смысл оборотного капитала, чтобы с каждым кругом он прирастал. То есть и вы эти 50 миллионов изымаете. И эти 50 миллионов используете на зарплату, на аренду, куда хотите. Но вот эти 500 миллионов, которые первоначально положили в оборотный капитал, вы не трогаете, это ваш святой запас. Это знаете, как вот если мы говорим, допустим, про паевые инвестиционные фонды или про банки, ну даже паевые инвестиционные фонды более такой строгий механизм, когда управляющая компания разделяет, что есть вот деньги пайщиков и собственные деньги. Вот деньги пайщиков она может направить только на приобретение ценных бумаг и на изъятие оттуда своего вознаграждения. Оно изымает вознаграждение на свой счет и дальше тратит куда хочет. Зарплату платит, ее проблема, да, но она изымает там определенный какой-то процент. Здесь такая же история, что у вас есть святые деньги оборотного капитала, из которых можете изымать только излишек. Вы не можете там оставить 470 миллионов, если понимаете, у вас 500. Ну или, по крайней мере, вы будете понимать, если что такое сделали, то у вас начнутся сбои при платежах, потому что это меньше норматива. Вам нужно что-то в это с этим срочно делать, договариваться. И вот этот счет BOM, Bill of Material, да, на котором хранятся деньги за комплектующие, ну, Bill of Material так и переводится, список комплектующих. И вот этот счет BOM, он для этого и нужен, с которого платятся деньги за комплектующие, на которые приходят деньги от продажи готовой продукции, из которого изымается излишек оборотного капитала. Тогда вот он попадает в расчет оборотного капитала, и по идее у вас, ну, как бы, если вы работаете по такому, но эта схема непростая, то есть надо признаться, она непростая в исполнении, но если ее сделать, это просто высший пилотаж управления оборотным капиталом. Сергей, вы также упоминали про бюджетные линии. Могли бы рассказать, что это такое подробнее? Бюджетные линии – это группа статей бюджета. Допустим, вы нарезаете бюджетные линии своей компании. Предположим, вот в Институте Мирбес, где я трудился, у нас было 17 бюджетных линий. Одна из них – это
IT-поддержка. Сюда входит и приобретение программ, приобретение там картриджей, приобретение компьютерного оборудования, прокладка сетей кабельной. Да? Это все входит в понятие IT-поддержка. И это бюджетная линия, так называется. И у этой бюджетной линии есть менеджер, который отвечает за формирование бюджета на год, то есть он рассчитывает, сколько нужно там на что потратить, в итоге дает цифру. На следующий год нам необходимо по бюджетной линии номер 17 IT-поддержка 24 миллиона 500 тысяч рублей. И когда поступают счета на оплату по бюджетной линии, этот менеджер, соответственно, делает заявки на расход и с помощью системы отслеживает исполнение бюджета, чтобы не превысить лимит. Если превышает, соответственно, он должен там, ну, написать в кавычках оправдание. Да, вот, то есть как бы в рамках бюджетной линии менеджеру может быть делегировано управление финансами, да, по его строке. То есть IT-директору делегировали работу с бюджетной линией IT-поддержка, и, соответственно, в течение года он с ней работает. Итак, что такое бюджетная линия? Это группа статей бюджета, у которой есть свой менеджер-распределитель, хозяин, вот так и назову. Сергей, вы также упоминали, что можете объяснить, почему бюджетированием нельзя управлять переменными расходами. Могли бы рассказать чуть подробнее, почему? Давайте. Смотрите, у нас, предположим, мы сделали бюджет на год, ну, давайте для простоты, для торговой компании. И среди статей бюджет у нас есть статья «Покупка товаров». И вы заложили на нее там 100 миллионов рублей. Есть, соответственно, там выручка, какие-то планы бюджетные, есть запланированные расходы на там аренду, зарплату, на все остальное. И теперь у вас пошел рост, ну, пошел с, рост продаж. То есть так случилось, вам повезло, да, или там, да, конкуренты ушли с рынка, и ваши продажи стали расти. А у вас бюджет 100 миллионов. И вам приходит коммерческий директор и говорит: так, надо купить в два раза больше, потому что, мне кажется, продажи выросли. Ну хорошо, у нас же бюджет 100 миллионов. И что делать, финансовый директор? Не покупать больше, что ли? Не обеспечить продажи, не подкрепить... такое счастье, как возможный рост продаж, не подкрепить закупками, что ли? Ну, глуповато выглядит, да? Он говорит: хорошо, а насколько нужно вырасти этот объем продаж? Насколько объем закупок нужно вырасти? То есть прогнозируется рост продаж с точки зрения коммерческого директора, предположим, в два раза. Неужели в два раза нужно увеличить объем закупок? Может быть, и нет, потому что там же и маржа сидит в этих продажах. С другой стороны, у каждого продукта разная маржинальность. Теперь попробуйте, а теперь представьте, что такие нестабильные ситуации, а такое всегда бывает, происходит на рынке. То есть вы запланировали одну цифру, а у вас по факту продажи растут или, наоборот, падают по-другому. А если продажи падают, кстати, тоже хочу спросить, мы что, должны 100 миллионов так потратить до конца года, несмотря на то, что точно будет затоваривание тогда? В чем смысл? Вот почему установление лимита на такую переменную статью расхода, как приобретение товаров там, или комплектующих, а для производственного предприятия еще намного сложнее. Вот представьте, продажи выросли, да, вырастут два раза. А насколько вырастет закупка комплектующих? Ответ не имеющий, ну, как сказать, вопрос не имеющий ответа, потому что даже в Excel рассчитать его не сможет, там куча спецификаций, потому что есть продукты с разной входимостью. То есть это такая целая история ответить на вопрос, насколько увеличить бюджет закупок при росте продаж в два раза. Вот не, ну, а если это происходит постоянно, каждый месяц, да, то есть каждый месяц вам приходит продавец, начальник отдела продаж, говорит: так, в следующий месяц у меня такой план. И скажи теперь объем закупок. И, ну, и как это просто рассчитать? К сожалению, вот, ну, нету такого уникального механизма, который бы легко переводил плановый рост продаж в возможности роста там, расходов на закупки. Вот именно поэтому управлять такой статьей, как расходы на закупку товаров для торговой компании или комплектующих материалов для производственной компании, через бюджетирование, через установление лимитов невозможно. Коллеги, вот отмечаю, что я пропустила несколько вопросов. Я на самом деле их не пропустила, а решила как раз оставить напоследок, потому что они связаны с полезным материалом. Но прежде всего, во-первых, про презентацию. Сергей, вот коллеги уточняют, как можно получить вашу презентацию. Мы, наверное, ее сможем разослать, да, да, больше всем зарегистрируем.
все Да. участникам. А также, может быть, вы ее выложите в телеграм-канале у себя, мы сможем туда так на нее дать ссылку. Я думаю, что Давайте, да, будет, хорошо выложу, да. да, многим будет полезно. Друзья, я вот очень рекомендую, под видеотрансляцией сейчас как раз есть кнопочка, которая вас прямо приведет в телеграм-канал Сергея. Там и помимо сегодняшней презентации есть много полезных материалов, а также, в принципе, Сергей там делится своим опытом проведения различных проектов по внедрению автоматизации. В принципе, очень-очень интересно, поэтому я вам от души рекомендую присоединиться. А еще, Сергей, вы рассказывали, упоминали переводные книги по оборотному капиталу. Вы могли бы их уточнить, чтобы наши участники могли их найти? Или, может быть, мы тоже в рассылке или... Давайте я посмотрю, я услышал, да, я дам либо ссылки, либо сами книги. Хорошо. Так, и вот Алексей просит уточнить, а что имели вы в виду под продуктами с разной входимостью? Ну, я имел в виду, что у каждой образной компании есть спецификации, да, в которые входят определенные комплектующие, и на выходе получается готовое изделие. И у каждой комплектующей может быть разная входимость в разные готовые изделия. Поэтому вот это одна из причин, почему там в Excel сложно посчитать, допустим, себестоимость производственной компании, ну, большой производственной компании. Что вот эти рисовать спецификации в Excel, ну, так себе развлечение. Сам несколько раз пробовал, когда нужно было решать плановую себестоимость. Довольно трудоемко. Поэтому вот, наверное, только вот информационная система под силу легко справляться с такими спецификациями, потому что, ну, каждый из них, может быть, у каждого продукта она может быть уникальна. И в один продукт комплектующий входит там в количестве 5 штук, в другой 25 штук, в третий вообще не входит. И вот, ну, то есть в Excel это довольно сложно рассчитать, для этого нужны вот как раз информационные системы. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за интересные вопросы. Видно, что тема действительно злободневная. Значит, с нашей стороны остается презентация. И да, все, Сергей, вас участники благодарят за отличное мероприятие и за грамотный подход к управлению, что обращаете внимание на действительно важные вещи. Друзья, получается, с нашей стороны обязательства по презентации и по списку переводных книг по оборотному капиталу. Значит, мы попросим Сергея их опубликовать в своем телеграм-канале. Соответственно, те, кто сейчас у нас в эфире еще, могут прямо сейчас перейти в телеграм-канал. А также мы делаем рассылку, где дадим ссылку, сможете напрямую перейти. Друзья, тогда, если вопросов больше нет, тогда на сегодня мы благодарим вас и прощаемся. Видеозапись сегодняшнего мероприятия также будет опубликована уже завтра. Делаем рассылку. Те, кто присоединились, может быть, не в самом начале, смогут пересмотреть. Поэтому, в принципе, много полезных материалов у вас точно будет по теме. А если будут появятся вопросы после просмотра или после прочтения книг, после знакомства с презентацией, как раз и в телеграм-канале, и сейчас вот вы видите контакты Сергея, можно сразу их написать Сергею, он всегда открыт к обсуждению. Я думаю, что Сергей подтвердит, да, что будет готов. Да, конечно, конечно. Все. Спасибо большое, друзья. Тогда до новых встреч. Следите за нашими анонсами, а с материалами сегодняшнего дня тогда мы вернемся к вам завтра. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, до свидания.